Артём, поздравляю с возвращением и с победой. Поделись, пожалуйста, своими эмоциями. Я очень рад, что получилось сегодня победить, и то, что я вышел на поле после продолжительной паузы. Я безумно рад, и я соскучился по этой игре и по команде. Многие говорят, что матч с тобой без тебя в опорной зоне — это как небо и земля, плюс связывают неудачные игры как раз с твоим отсутствием. Что сам думаешь по этому поводу? Я не могу сказать про эту последовательность, но так как складывалось в матче, не факт то, что если бы я играл, были бы другие результаты, но я очень рад, что мы сегодня победили. Сейчас ты уже полностью восстановился от травмы, готов играть все 90 минут или было тяжеловато все-таки? Ну, понятно, то, что мне было тяжеловато, я бы растерял чуть-чуть тонус физический, но надо сейчас набирать. Хорошо то, что я сыграл эту игру 90 минут, еще сейчас будет перерыв на сборную, у меня будет время подготовиться, чтобы я набрал ту форму, которая у меня была. Ты сегодня стал лучшим игроком матча. Знаем, что для тебя личные награды не так важны, но скажи честно, считаешь, что был лучшим сегодня? Сегодня была лучшая вся команда, и я один из них.